Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярик Ан, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Windbound. Сегодня мы будем изучать вторую главу «Великий голод». Посмотрим, что у нас будет на островах, что нас ждет впереди, какой крафт мы сможем изучить. Так, давай, парус натягивай быстрее. В данной главе. Поэтому движемся к нашему первому острову, ребята. Иногда становится неудобным, когда приходится постоянно ветер этот ловить, да? Ух, как красиво! Офигенно! Просто вау! Блин, мне нравится. Так, что? Опа, здесь какие-то есть новые кровоиглы. Ага, у нас места не хватает. Давай, наверное, что-то выбросим в начале острова. Что-то повыбрасываем. Да, листья, кости, кожу, все вот это вот можно бросить. Необработанный металл не хочу, не дай бог где-то он у меня пропадет. То есть в любом случае нам сейчас понадобится какое-то место, чтобы собрать вот эти вещи. Магический ингредиент. Да, я помню, там что-то у нас было, что мы с помощью вот этих игл должны были делать. Кстати, неплохо было бы топорик бы уже найти. Кожа. Кожа нам пока... Ни хера себе там... Там какое-то животное огромное ходит, твою мать. Кстати, а мы здесь кабана не забили маленького вот этого? Он куда-то, наверное, свалил. А, вот он бегает. Ладно, пусть бегает. Мне сейчас больше интересно. Опа, сырой трюфель. Удерживайте, чтобы поесть. Не, пока мисс мне есть не надо. Мне сейчас нужно вот то животное вальнуть. Большое. Опа, у нас новый ингредиент. Бамбук. Смотрите, прикольно как. Прочный, легкий материал. Идеальный для строительства. Идеальный. Все. А ну-ка, ты кто там? Очень хотел бы с тобой познакомиться. Ух ты, какая злая. То ли киска, то ли не киска. Ага. Мы тут тебя сейчас приговорим быстренько. Киска ты или не киска? Давай. Давай. Нихера себе она прыгает. Ты не выдумывай. Ты что себе позволяешь, а? Да как задрали вот эти обучения? Чё оно вылазит? Нихера себе. Больно. Я не лезу. Капец. Пошло вон. Так, главное, не поднимайся ко мне сюда. О, все, луговой охотник повержен. Так, давайте посмотрим, что нам с него дадут. А, кожу нам дали рог лугового охотника. Уникальная структура рога лугового охотника позволяет ему сохранять превосходное усилие при натяжении. Что-то мне подсказывает, что нам сейчас дадут изготовить лук. Собрать.
Мне кажется, сейчас мы будем с луком ходить. Вы получили благословение, морские осколки. Ну, все понятно. Все это хорошо, ребята. Так, сразу смотрим, что у нас здесь есть и чего нет. Так, вот это мы можем, кстати, собрать. Я думаю, оно нам в любом случае пригодится. Ой, дождь начался. Ну как это противно. Ну, я скажу, луговой охотник бьется довольно-таки сильно и больно. Так, это мы не можем забирать. Мы можем забрать сейчас бамбук. Вот еще бамбук. Чтобы просто по несколько раз потом не возвращаться к этому вопросу. Я думаю, сейчас это будет самое оптимальное, забрать его. Так, 5 бамбука у нас есть. Отлично, отлично. Опа, опа, стопе, стопе, еще бамбук. Забираем его весь. Сейчас относим к лодке, и в принципе мы можем посмотреть, что мы там с него можем скрафтить. Для чего он нам вообще может пригодиться. Но я думаю, будет что-то интересное. Стоп, а где наша лодка? Не понял. А что случилось с лодкой моей? Я здесь хоть вышел? Ну да, мне кажется. Блять, она вообще на другом конце берега. Сыкача нет. Сыкача нет. Разделаем сыкача. Прикинь, я не на тот берег вышел. Я чканул, что у меня, блядь, лодка пропала или ее украли. И минус один маленький. Смотрите, трюфеля наверху лежат. Так, кости мы можем как раз подобрать. Они нам сейчас все равно нужны будут, я так понимаю. Вон она. Фух, слава богу. Я уже думал, все, капец. Лодку спиздили. Так, друзья, смотрим, заходим в менюшку, что мы там можем с бамбука зафигачить. Опа, бамбуковая палуба. Делаем бамбуковую палубу. Травяная веревка, бамбук. Блин, мне две плотные травы надо. У меня места нет. Давай вот это выбросим. А у меня здесь вообще нет плотной травы. Вон плотная трава. И там есть. Все, окей. Значит, что мы делаем? Мы делаем разборку. Вот этого корабля. Все есть. Сейчас резы мы соберем. Разбираем. Вот это. И разбираем вот это. Дальше я покажу, что мы сейчас будем делать. Стоп, подожди, подожди. А, кости бросить. Мне нужна плотная трава. Все, плотную траву мы взяли. Теперь мы берем
вот эти штучки и приделываем их к нашему плоту. Раз и два. Блять, что там улетело? Вот этого я только еще не хватало. Чтобы что-то улетало. Пальмовый лист нам нужен. Нам нужен пальмовый лист. Вот он у нас есть. У нас нет места. Выбросить пока. Забираем пальмовый лист и делаем более прочный парус нам. Стоп, подожди. А он нам сейчас нужен? Что мы тратим? Мы тратим бамбук. Давай посмотрим. Нам нигде бамбук не пригодится. Вот, нам бамбук пригодится при костре. Кстати, рог лугового охотника. А нам бамбук пригодится при вот этой штуке. И нам бамбук, бамбуковые шипы. Но они нам пока мест не нужны. Я бы, наверное, построил бы все-таки сначала вот эту штучку. Вот эту. Дальше я построил бы... так, плотная трава мне нужна. Мне нужна плотная трава. Мне ее не хватает. Веревки есть, все есть. Кстати, давай, наверное, сложим сразу сюда что-нибудь. Мы можем еду поскладывать сюда. Вот эту вонючую еду мы можем сложить. Вот плотная трава у нас есть, две штуки. Но всего лишь две. Листья нам тоже пока мест не нужны. Давайте вот это соберем, чтобы это у нас нигде ничего не пропало. Да, блядь, не залазь ты. Камни просто возьми и все. Все. Все, места не хватает, окей. А, в любом случае, нам сейчас нужно якорь закинуть, построить. Не дай бог, где-то у нас лодка не проплыла. Не уплыла. Кстати, я не знаю, на вторую сторону вешается якорь или нет. Да, тоже вешается. Пусть у нас будет два якоря. Все. А, нам в любом случае нужен. Нужна вот эта травяная корзина. И нужен парус. Парус мы построили, окей. Так, здесь мы все забили. Ну, в принципе, практически да. А пальмовые листы у нас много места занимают. Давай немножко выбросим. Бросить. Это что у нас камень? Бросить. Кости. Бросить. Бросить. Побежали, соберем рисы, которые мы не дособирали. Потому что они нам в любом случае пригодятся. Кстати, надо будет сейчас траву собрать. Потому что как-то так удивительно получается, что у нас ее очень маловато. Так, пальмовые листья. Кстати, а что это за херня синяя там лежала? А ну-ка, ну-ка. Что это за грибы? Люмфур. Да не, я хавать не хочу. Я на... Легкая закуска восполняет небольшое количество здоровья и немного утоляет голод. Ага. То есть я, в принципе, его могу все-таки схавать. То есть оно съедобное. Все, договорились. Это тоже он? Нет, это просто камень. Камни нам пока не нужны. Так, листья мы собрали. Здесь ничего. Так, траву и кожу обязательно. Кожу обязательно. Просто в обязательном порядке. Так, я смотрю, здесь больше ничего нет, да? Не, ну как я, конечно, красавчик, не на ту сторону вышел. Я думал, у меня лодку уже стырили.
Это, конечно, жестяково. Это очень сильно было. А вон еще одна трава. Но мы сейчас здесь вот посмотрим, что еще есть. Здесь, походу, кажется, больше ничего и не было. Нет, здесь я где-то убил большого кабана, что-то с него выпало. Да, если было бы немножко больше бамбука, было бы, конечно, очень классно. Мы бы сейчас бы плот немножко больше построили. Здравствуй, маленький. Взаимодействовать. Далеко не беги. Кстати, с левой стороны кожа вот висит у нас. Так, кости забрали и кожу давай забираем. Вот трюфель, трюфель, трюфель. Трюфель, кстати, мы можем съесть. Редкий деликатес, который просто обожают кабаны. Еще одна причина дружить с кабанами, а не враждовать с ними. Но. Мы его просто сейчас схаваем, да и все. Ну нафиг он нам реально сейчас нужен. Кстати, вот еще трюфель. Сырой трюфель. Блять, а может мне сырой трюфель не надо было есть? Не будет ли мне херово от этого? Да ладно, уже съел и съел. Че там уже? Что маемо, то маемо. Так, траву срубить. И побежали смотреть, что там нам дальше делать с лодкой. А, кожа, кстати, у нас здесь еще одна остается. Не забрата. И немножко кровоигл. Все, вроде бы мы все здесь сделали. Кстати, опять то животное ходит. Так, трава. Нам для чего нужна была? Трава нам нужна была, если я не ошибаюсь, нам нужно было сделать корзинки. Да, я хотел еще корзинки сделать, чтобы мы побольше ресурсов смогли запихнуть к нам на лодку. Камень. Два камня. Вот сюда нам нужно два камня. Привет, дорогой. Не хочешь ли ты мне еще кусок кожи своей отдать? Загрелся? Загрелся? Ну давай. Беги за мной. Беги, беги, беги. Я здесь. Ты мне лодку не ломай только. А кого я там убил? Я рыбу убил? Тут, оказывается, и рыб можно убивать. Ни хрена себе. Товарищ, а я и не знал. Нет, ну рыба мне пока не нужна. Блять, убежала. Рыба. Очищенная и выпотрошенная морская форель. Можно съесть ее сырой, чтобы перебить голод. Однако эффект восстановления будет ограничен. Так, ну что, друзья, в принципе, все, что можно было, я там немножко подлутал, вернулся, позабирал. А теперь наш путь лежит. Так, куда? Стоп. Не будем сильно спешить. Впереди я как бы ничего не вижу. С левой стороны я вижу только самый ближайший остров. Поэтому мы плывем на него. И смотрите, в принципе, я что сделал? Я на корабле поставил еще костерок. И на костре мы еще жарим как раз сразу рыбу. Одну рыбешку мы уже поджарили. Мы ее, в принципе, сейчас можем сразу исхавать, попробовать, что она из себя представляет. И мы можем поджарить трюфелек. Но после того, как дожарится эта рыбка. Все, давайте уже на острове там уже увидимся.
Так, добрались мы до острова. Вверху вижу глетчики. Карта элемента снаряжения. У меня есть подарок для тебя, рыбка моя. Мое старое снаряжение. Если проявишь смекалку, то найдешь его на земле на близлежащем острове. Вот он, скорее всего, этот остров. И нам надо будет сюда потом сплавать. Ну, пока мест нам это не нужно. Но потом обязательно туда заплывем. Посмотрим, что там будет интересного. Все, а пока... летим прямо. Потому что, в принципе, ну как бы справа-слева я не вижу никаких островов, ничего не вижу. То есть нам сейчас держать путь только прямо. Итак, вот мы подплыли к нашему маячку, да. Сейчас что-то здесь... О, кстати, высокая трава, та, которая мне необходима была. Это хорошо. Так, якоря бросайтесь. Рыба у нас готова. Так, рыбу забираем, рыбу едим сразу. Кстати, здоровье очень сильно восстанавливает. Мне понравилось, конечно. И мы сейчас приготовим сразу трюфель. Для того, чтобы сделать костер побольше, мне что-то нужно. Короче, мне нужны эти... Трава. Густая трава. Ни хрена себе я отплыл. Мне нужна была густая трава. Вот раз. Вот два. И вот три. Все. Мне кажется, да, действительно. Блин, я не пойму, как вот эти штуки фигачить. Что с ними делать? В гонг, давай, фигач. Тук-тук-тук. Так, поднимаемся наверх, зажигаем маячок. Маячок, червяк. Ты чё, Кара? Ты меня так не пугай. Ну, ё-моё. Опять на грани. Чуть не упали. Ладно, ничего, разберемся. Так, отлично, отлично. Вот, еще немного магии в наш амулет. Облака давно покинули нас. Деревья иссохли. Море оборачивается против нас. Все, отлично. Первый маяк мы зажгли. Побежали исследовать дальше. Так, главное, не спеша. Потому что... Поспешим, будет хреново. Так, все, здесь, насколько я вижу, да, ничего такого интересного для нас нет. Нового. Обычный маленький остров, на котором есть маяк. Стоп, подожди, я что-то не забрал. Ага. Так, и ветки, да, ветки надо забирать в любом случае. Вот что можно такого скрафтить, чтобы вот это сено пропало? Давайте посмотрим вместе. Так, молоток есть, костяная лопата есть. Топор. Ну, челюсти у меня нету. А масло. Масло, извлеченное из рыбного порошка. Мы едим рыбу, чтобы насытить тело. А хотим рыбачить, чтобы успокоить разум. Угу. Котел. Большой железный котел. Железный сосуд для кипячения и изготовления особых эликсиров. Понятно, это колдовство мне пока мест не нужно. Укрепленная сумка. Мы пока тоже не можем сделать, потому что один металл всего лишь у нас. Вот. Бамбук. Бамбука надо много. И это мы тоже не можем сделать, потому что 4 бамбука нам нужно.
Так, ну мы в любом случае сейчас можем сделать. Ой, подожди, вешалка для сумок. В смысле? Блин, лодка так далеко отплыла. Я надеюсь, я до нее доплыву. Отлично, у меня тут и потухло уже все. А что вы имеете в виду вешалка для сумок? А, я могу ставить не вот эти штучки, а сумки. Короче, рыбу мы нафигачили. Но не нужна нам рыба. Твою мать, плотная трава сейчас уйдет вся. А, стоп, мне надо взаимодействовать с костром, правильно? Ну, как бы не так я это хотел сделать, не так я это видел. Ну, что маемо-то маемо. Вот, решетка нам нужна, но мне еще нужно две травы. Ладно, плывем, плывем. Куда мы плывем? Да подожди ты. Блять, я этот таб все время наживаю. Наживаю. Ладно, давай уже по кругу тут и поплывем дальше, посмотрим. Рыбок собирать не будем, потому что рыбок у нас, в принципе, будет достаточно на пути. А вот травы, я смотрю, конечно, нужно будет очень много. Ну, вообще не видно ни хрена. Ладно, сейчас что-то найдем, какой-то остров. Подплываем еще к одному из островов. Но здесь какой-то вход не сильно пологий. Человечище, человечище стоит. Человек, не уходи! Блять, он опять исчез. Ну что это за дела? Прежде чем осуждать нас, пойми, рыбка, прежде всего мы были охотниками. Мы обеспечивали свой народ, и все, что мы делали ради него. Атака с уклонения. Нажмите левую кнопку мыши во время уклонения, чтобы нанести особую атаку. Наши величайшие воины были также и лучшими танцорами. Да, это они типа намекают, что танцорам ничего не мешало раньше, да? Так, друзья, ладно, давайте выгружаемся. Стоп, камень не выгружаем, бросить, кости бросить, бамбуковые листья бросить, кожу бросить. Бросить. Все. Давайте, все это у нас пока месть остается. Бежим, лутаем, осматриваем остров весь. Кстати, нам неплохо было бы, наверное, все-таки подхрумать что-нибудь. Как-то я так не подумал об этом. Использовать. Давай гриб захаваем, что ли. Кабанчик, извини. Извини, друже. Но мне нужно... А, мне нужны кости. Окей. Смотрите, листьев пальмы у меня уже, в принципе, в огромном... Ух, ни хрена себе там. Это или остров... Короче, будем сейчас исследовать. А грибы мы можем сразу хавать, потому что, чтобы удалялся у нас немножко голод, да? Сейчас посмотрим. Может, мы здесь найдем побольше бамбуки, я вижу. Я вижу бамбук. Он-то нам как раз и нужен. Блин, ну я не знаю, глина нам сейчас нужна или нет. Вон там глина тоже. Может, копая глину, мы можем найти еще что-то дополнительно, помимо глины. Ну, знаете, как бывает, какие-то сокровища зарыты. Ну, это я так предполагаю. Но я могу ошибаться. Так, сухая трава нам в любом случае нужна. Сколько у нас слота? И у нас еще 4 слотов.
есть свободных. Я думаю, мы как-то с этим определимся. Так, бамбука здесь в достаточном количестве есть. Блять, опять дождь. Опять дождь. Как он кумарит? Он просто реально кумарит, этот дождь. Слушай, а на вот этих деревьях ни хрена не растет? Там грибочки какие-то, либо еще что-то? Ну, хотя, в принципе, здесь достаточно пищи и такой обычной. Ну, имею в виду... сухая трава. Пропустил. Нельзя этого делать. Я имею в виду вот этих грибов, в принципе, здесь в достаточном количестве. Вот этих кровошипов. Кровоиглы. Сорян. Неправильно сказал. Так, нам нужно подняться, чтобы зафигачить наш маяк. А потом спустимся, долутаем. Там у нас осталась трава, еще что-то там, еще что-то там. Ага, территория, в принципе, небольшая. Вон костер уже я вижу. Давай, Кара, поднимайся. Наша любовь мертва, наши души сломлены, хрупкие, пусты. Угу, я понял. Так, смотрите, два маячка мы уже включили, да? У нас остается третий. То есть, в принципе, темпами движемся нормально, но хотелось бы немножко полутаться побольше в плане того, чтобы поэффективнее был наш крафт. Зеленая фигня загорелась какая-то. Это, наверное, центральный остров, да? А ну-ка, буковка М. Да, я думаю, да, это как раз мы смотрим на центральный остров, все нормально. Топор хочу сделать. Где топор? Где вот эта хорошая штука со своей челюстью? Или чья там челюсть мне нужна? Нет, стоп, это не тот костер. А, тот костер, возле которого мы пришвартовались, да. У нас место для бамбука, да. Для бамбука место есть. Давай сразу собирать бамбук. Чтобы мы потом по 100 раз не возвращались. А я не пойму, здесь животных вообще нет? Как-то вообще пусто. Грибы я пропустил. Ну, давай, руби, Кара. Стоп, 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 травичка. Где? А, вот грибы я увидел. Все хорошо. Вот, и походка хорошая, и приятно ж бегать совсем. Копать. Глина. Качество мяса ухудшилось. Пришло сообщение, уведомление. Меня уведомляют. Холодильник мой плохо работает. Качество мяса ухудшилось. Мы его просто наготовили, получается, в огромном количестве. Так, ну что? Что? Что, дорогие друзья? Надо что-то с лодкой скрафтить. У нас бамбука сколько? У нас бамбука 7. Я бы, честно говоря, на лодку... Ух ты, маска какая-то. Уклонение расходует меньше выносливости, а атака с уклонения наносит больше урона. Палка, шкура, рог лугового охотника. Угу. Хорошо, мы это сделаем, но потом, не сейчас. Сейчас нам главное сделать побольше плот. Я надеюсь, он будет держаться.
Мне бы это как бы очень хотелось бы. Мы можем сейчас сделать. А, травяная веревка мне нужна. Кстати, а травяная веревка у нас, кажется, где-то была. Я могу, конечно, ошибаться. Нет. А я могу как-то якорь сбросить, чтобы вот, допустим, когда я нахожусь на лодке, чтобы она не билась там. Все, давай, делай одну травяную веревку. Потому что я, честно говоря, очкую, что наш плот, вот эта задняя, по крайней мере, его часть, развалится. Нам сейчас достроить бы, усилить вот здесь. И теперь мы можем поставить еще одну корзину. Угу. Опять травяная веревка. Хорошо. Было очень, когда там у меня много травы. Теперь у меня ее очень мало. Там одна нужна. Только не говорите, что их несколько нужно. Вот, есть, все. Мы можем изготовить. Очень хорошо. Очень, очень, очень. И некоторые предметы мы можем просто взять и сюда нафигачить. Кстати, вот это мясо сейчас скоро пошабашит. Собираем вот эти ресурсы, которые у нас здесь есть. Забираем гриб. Точнее, берем его и съедаем сразу. Все. Здесь нам ловить больше нечего. Маяк мы зажгли. Бамбук мы собрали полностью. Поэтому плывем теперь на новую территорию. Кстати, можно было бы немножко мясушка завалить, завялить. Но у нас, к сожалению, нету травы сухой. Плыть. Угу. Ну да, тут такое себе удовольствие. Мы не поплывем далеко. Надо толкнуть немножко наш кораблик. Во! Сейчас все будет окей. Так, ну что, мы попытаемся сейчас оплыть вот эти камушки, рифы всякие, да? Так, а я не пойму, здесь полно камней, но нет острова, на который можно высадиться. Хотя, может, на эти камни можно высадиться, на самом деле. Твою мать, рифы, 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 рифы. Вообще ничего не вижу. А, вон, смотрите, вдали вижу. Есть вдали. Окей. Плывем туда. Кстати, это получается и третий маяк будет. Давай, давай, доплывай, что ты там, блядь, как корова телишься. Мы сейчас немножко дальше десантируемся. Вот здесь, вот, твою мать. Да, вот здесь где-то. Все, бросай якорь. Здесь уже сам разберусь. Как-нибудь. Кстати, кстати, кстати. Так, я не помню, мне там, кажется, не хватало травы для того, чтобы построить вот эту палку на три штуки. Во! Все.
Минус блинк. А, они автоматически не берутся. Листики. Окей. Так, ну это опять мы глины накопаем. Глины у нас, в принципе, как бы достаточно. Я не знаю. Ой, подожди. И этот, мы уже с ними сражались. Так, здесь мы получаем шкуру, я понял, хорошо. Тихо, тихо, тихо. И убежал. Красавчик. А, это кабан. Кабана мы не трогаем пока. Может, он выкопает нам трюфеля? Хотя, я думаю, вряд ли. Так, листья блинка мы взяли. Ветки тоже сразу забираем. Кстати, гриб на дереве я увидел, растет. Так, здесь на берегу что-то есть? Нет. Здесь все пусто. О, как ты могла не попасть, Кара? Уходим, уходим. Ух ты, достал, достал, достал. Так, там кабан, кабан, кабана не трогаем. Давай, 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 давай. Отходим к камням. Пусть он сейчас на нас заагрится. Все, минус. Отлично. Долго он нас провозил по себе. Что нам там выпадет? А, мясо, клык, как всегда, короче, да. Угу. Да, такое себе, согласен, Кара. Так, кстати, мы можем сразу гриб захавать, восстановить хпшку. Места правильно нам нет, а вот восстановить сразу можно было бы, да? Забираем листья. Точнее, не листья, а перья вот эти. Мясо не влазит. Лист блинка. Сколько нам еще там влезет? Ты че, дурачок? Я тебя не трогаю. Беги, пока жив.
Так, ягоды есть, окей. Здесь получается по максимуму надо пытаться уловить вот этот момент, чтобы по максимуму собрать все ресурсы, чтобы по максимуму мы могли их расположить у себя на плоту. Очень плохо, конечно, что здесь у нас нет чего. Кстати, а где гонг? А, вот гонг. Или что это? Не понял. Мне сюда сначала надо? Вы серьезно? Слушай, а может мне свинью надо убить сначала? Давайте Хрюнделя завалим. Принесем его в жертву. Давай, иди сюда. Все. Так, минус секач. И сейчас, я думаю, у нас получится туда пройти или нет. Так, ингредиенты мы забрали с секача. Только не говорите, что придется все-таки лететь на следующий остров. Вообще неохота. А забраться никак? Не. Только так. Пец. В натуре. Ладно, поплыли тогда на следующий остров, где они нам там показывают. Вот сюда, да? Я думаю, мы здесь как раз найдем вот эту черепушку. И сможем тогда что-то придумать. Но прежде всего мне, наверное, хотелось бы, во-первых, разжечь костер. Во-вторых, попытаться все-таки скрафтить. Травяная веревка, бамбук. Мне нужна травяная веревка и бамбук. Так, есть один бамбук у нас есть. Все, мы его как раз захавали. Бамбук закинули сюда. Так, листья блинка перекинули. Ветки тоже перекинули. Больше вроде бы... А, стоп. Вот это назад. Все. Да, больше ничего мы перекинуть никуда не можем. Так, мне нужна веревка. Веревка и бамбук. А веревок у нас нет, да? Такое себе. Так, лист блинка, кажется, есть у нас где-то в прошлом. Плотная трава. Мы сейчас как раз крафтим. Сколько там надо веревок, я просто не помню. Потому что кожи у нас уже, в принципе, как бы достаточно. А, все. Нет, это не то. Нет, это вешалка для сумок. А я что, сушку не могу поставить? А, стой, может мне в самом костре надо улучшить? Нет, в самом костре не улучшается. Решетка. Две палки мне нужно. Но это ж только ставится на берегу. Ну давай две палки попробуем найти. Так, вот у нас палки есть.
Ну так костер у нас тоже есть. Получается, не могу я все-таки. По одному ингредиенту только крафт. Ой, пипец какой-то. Ладно, побежали, ребята. Так, это мы сделали. Давай что-то еще там приготовим, что там есть. А, мне надо было, чтобы оно доготовилось, и только потом я смог это сделать. Все. Отлично. Все, мы это сделали. Решетку мы сделали. А, у нас есть кожа и у нас есть мясо. Мясо у нас уже протухло. Ну все, получается, сейчас только кожу мы делаем. Раз, два и три. Я думал, сушить кожу можно, получается, только на берегу. А оказывается, просто надо было подождать, пока до крафтится, до готовится наше мясо. И только потом мы смогли это сделать. Так, поднимаем парус наш. И, в принципе, плавненько выплываем на вот эту сторону. Сейчас обойдем ее с другой стороны. Я чувствую, надо отключать вот это обучение. Что-то оно не обучает, а мешает только. Постоянно выскакивает окна, особенно во время сражений. Это, конечно, полная жесть. Дичь нереальная. Блять, эти крабы еще. Они, короче, портят, я так понял, мои лодки, что ли. Выпрыгивают. Уродцы. Получил? Блять! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Все из-за краба. Это все из-за этого мудака. Да, вот плывем мы правильно. Сейчас опять пока ветер словим. Ну, давай, куда ты разворачиваешься, ветер? Вот. Да, вот на тот остров прямо нам надо плыть. Отлично, отлично, набираем скорость. Пошел вон. Полудурок. И надо, кстати, просматривать все-таки и другие острова, потому что где-то справа-слева могут попадаться те, которые мы никогда не изведывали. И нам в любом случае надо на них заплыть. Опять краб. Так, все, здесь мы ход сбавляем полностью. Кстати, мне бы очень хотелось бы его забрать. Сырое мясо кробстера. Из свежего хвоста кробстера можно приготовить вкусное блюдо, а можно съесть его сырым, чтобы перебить голод. Однако эффект восстановления будет ограниченным. Окей, ну и ладно. Так, ну что, чекаем эту локацию, в принципе. А, давай сразу посмотрим, что у нас по коже.
Кожа у нас полностью готова. Раз. Двас и трис. Сразу три кожи. Опа, плюсиком. И закинули. Мне категорически, катастрофически не хватает места. Так, а что нас будет здесь ожидать? Он оживет? Ита, могучий секач. Твою мать, нихера себе. Ты кто, чудовище? Сколько ж мне тебя надо будет колбасить, деточка? Не кисло, не кисло, давай. Ух ты, блядь, больно, 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 больно. Уходим. Восстанавливаемся. Ничего, мы его сейчас так добьем. Была бы праща, мы сейчас бы еще пращей бы били бы. Но пращу мы с вами так и не сделали. Ага. Отлично. Ита, могучий секач, возвращается в мир духов. А что, мне после него ничего не выпало? Я его сколько колбасил, 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 колбасил. И что, за просто так? Вот, косточки какие-то валяются чьи-то. Но мне они не нужны. Не-не-не-не. Вы серьезно, ребят? Бонуса не будет? Стоп, а наверху здесь что лежит? Может... Может, там наверху что-то полезное будет? Интересно, я смогу допрыгнуть? Давай сохранимся. И попытаемся сигануть туда. Нет, не получилось. Но тут единственный вариант только с этой стороны. Давай, конечно, попробуем еще разок. Выберем правильную. Вот, может даже вот отсюда. Здесь у нас получится выше. Постамент наш. Я боюсь, если я отсюда упаду, то все. Есть, мы зацепились, отлично. А, так, 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 что мы можем выбросить? Что мы можем выбросить, ребята? Мы камень можем выбросить, бросить. Все. А, все-таки это просто кость была, да? Не более того. Так, и здесь наверху тоже никаких бонусов нет. Блин, ну такое себе. Ладно, возвращаемся. Упала. Возвращаемся тогда на предыдущий остров, забираем маяк наш. И, я так понимаю, плывем к основной нашей локации. А, все, пальмовые листы мы брать уже не можем. Кстати, кожа, кожа. Что сделать с кожей? Нам кожу надо как-то забрать. Перед заплывом на Свинячий остров я все-таки решил немножко обследовать территорию. Потому что смотрю, здесь какой-то кусочек без островов стоит. Очень странно, да? И, кстати, вот это мне тоже не дает покоя. А, в общем, я заплыл сюда.
И не зря мы заплыли, потому что здесь мы как бы что-то обнаружили. Бам, два бамбука. Вау. И получены морские осколки. Очень хорошо. Я считаю, два бамбука. Качество мяса ухудшилось. Да, ну в принципе такое. Я думаю, не пропадем. Так, огонь мы сейчас разводить не будем, потому что он нам в принципе сейчас не нужен. Кожу куда нам перенести? Кожи у нас здесь в принципе везде уже достаточно. Все забито, инвентарь полностью везде забит. Ага, все, вот сюда мы перекинем шкуру. Кожу точнее. Так, и у меня есть одно еще предположение, что скорее всего... Ну, я в любом случае сейчас сначала на Свинячий остров заплыву. У меня есть предположение, что... Либо здесь где-то остров еще есть какой-то. Либо вот это, я не пойму, что это за локация, я сюда заплывал или нет. Ладно, сейчас исследуем. Так, ну что, вот нам и пора возложить венец. Зажечь третий маячок. Отлично. Ну что, свинки, отдыхаете? О, там и дикобраз наш большой появился. Но он мне как бы нафиг не нужен, потому что... В принципе, толку от него у меня есть два его клыка. О, твою мать. Пара, как ты могла упасть? Дурочка. Так, залазим уже на самый верх. Все, уже финиш, отлично. Не, ну отсюда падать уже 100% не надо, потому что будет очень больно. Мы насобирали всего лишь 1080 осколков, и у меня есть предположение, где мы можем еще насобирать буквально немножко, потому что я, в принципе, как бы увидел, где есть два небольших островка. Вот сейчас мы как раз после этого горько осознавая, что священный закон мертв. Осталась лишь одна. Не успел прочесть, сорян. Да, и вот эти два острова маленьких, я думаю, сейчас мы немножко обследуем на наличие монеток наших. Так, все. Побежали. Так, а я не помню, здесь гриб, кажется, был когда-то. Да, вот гриб. Давай мы его сразу захаваем. Восстановим немножечко стамину и хэпулечку. На кустах ничего не выросло. Ты чё, кабан? Кабан-барабан. О, гриб еще один. Второго нет? Нет, ну и ладно. Так, все, возвращаемся к своей лодке. И плывем. О! Смотрите, что здесь я нашел. Ягодки. Отличненько. Да, мы сейчас полностью восстановимся, и мясо тратить нам не надо. Беги, ты мне не нужен. У меня и так ресурсов уже настолько много. Кстати, надо сейчас немножко лодку починить. Потому что мне как-то совсем не нравится то, что у нас там. Она немножко разваливается. Разобрать, починить. Так, здесь одна трава. А вот здесь нам что нужно? Да, вот это давай ремонтирую, потому что она такая подуставшая какая-то сторона, мне кажется. Мне кажется, нам ее разломают скоро. Так, смотрите, куда мы сейчас собираемся плыть. Один остров здесь, второй находится где-то вот здесь, скорее всего. Поэтому... Разворачиваем нашу лодку.
Сейчас, конечно, крабы на нас начнут нападать, как всегда. Уродцы эти. Нам сейчас самое главное выплыть. Вот этого оазиса. Выберем прямой путь. Сука. Я же говорил. Прыгнул сразу. Подонок. И вот здесь сейчас прыгнут. По-любому. Нет. Ух, мы вообще в другую сторону поплыли. Капец какой-то. Кстати, вот этот островок мы исследовали. Да, этот мы исследовали. Но вообще надо в другую сторону поворачивать. Смотри, вот здесь остров я какой-то проплыл прямо у нас по курсу, но его по карте нет здесь нигде. Прикинь. Вот это я не заметил. Ладно, поплыли к нему. Вот мы еще один островок нашли. Мне интересно, что на нем будет цикавого для нас. Бросай якорь, лодка. Так, нихера себе камушек. Опа. И это мы получаем. Выносливость, наверное. Алтарь выносливости. У нас добавилось теперь. У нас теперь полная шкала выносливости. Ну, я имею в виду, точнее, было пол палочки, да, добавилось. Сейчас уже целая. То есть, в принципе. Очень-очень важно. Это все-таки получается... Что это за звук был? Очень важно все-таки плавать по вот этим островам, которые дают довольно-таки неплохие бонусы, я считаю. Короче, плыл-плыл, я понял, что мне не хватает одного паруса. Как-то все медленно у нас получается. И решил построить еще сразу на ходу второй парус. Ну, как бы вот, шо маемо, то маемо, что получилось, то получилось. Так, собираем ресы. Вы получили благословение. Морские осколки. Сколько? 300. Блин, ну 300 мало. Там, как всегда, все идет или 1000, или 500, да? Внутри в дупле ничего нет. Или 1000, или 500. Просто реально получается здесь уже, я думаю, вряд ли что-то можно вообще найти по дороге. Единственное, вот здесь, но вряд ли. Потому что все мы, в принципе, оплыли уже вдоль и поперек, посмотрели. Ладно, плывем на основной остров, там, где мы все-таки уже должны выполнить наше задание. И перейти на следующую локацию, на следующую главу. Так, вот, друзья, мы и доплыли до нашего острова основного, да? Вроде бы все-таки изведали. Ну, по крайней мере, постарались это все максимально сделать. Полторушечку мы насобирали. То есть, в принципе, на какие-то ресы нам там хватит что-то. То есть, попытаемся прикупить. Если будет по... А, смотрите, даже за каждое действие здесь нам дают по соточке или по 110, да? Вот этого лунного камня. Вот, 1710 у нас уже. Отлично. Ну, неплохо. Потихоньку везде насобираем. Нормально все будет. Опа. Сражаться? Твою мать. Тебе нужны ответы, изгнанница. Наш народ голодал. Мы знали, что нужно делать. И не боялись сделать это. И не таким, как ты, нас осуждать. Ого. Можно сохраниться?
Нет, нельзя, я понял. А чего-то он меня заразил. Смотри, у меня фиолетовое здоровье там. Ты чё, дурачок? Я же девочка. Ну, в принципе, если мы так будем дальше атаковать, то я думаю, там еще на 2-3 раза нам осталось. И мы его приделаем. Даже еще раз. Сейчас соберем 3 магических шарика. И нормально все будет. Опа, получил? Дотрындился? И что же мы получили взамен? Забытые своим народом и брошенные богами. И все же, ты слышишь, они зовут меня. Улетай. Мне бонусы дадут за него? А, нифига мне не дадут. Ну, такое себе. Призрачные останки. Все, что осталось после победы над призраком. Какими бы они ни были благими, наши побуждения, мы редко можем решать, что останется после нас. Ну, в принципе, да, в этом логика есть. Теперь узнать, что останется после нас. А, кстати, как мне теперь здоровье восстановить вот это фиолетовое, которое он мне угробил? Уродец этот. Или оно сейчас с переходом на новую локацию, оно восстановится автоматически? А, мне, скорее всего, надо будет сейчас зелье варить. Точно. По-любому. Вот еще одна глава пройдена. Сейчас рисуночек нарисуют у нас. Корабли куда-то плыли. Ага, здесь голод был, потому что, видишь, они молились на еду, а получали всего лишь косточки. А кто-то наверху пировал, жировал. Ну, оно всегда так бывает. А, они улиток всех поели. Да, вот смотри, они на горе панцири стоят. Вот такие себе французы. Итого у нас второй переход я раз. Раз, два. Остается раз, два, три. То есть всего 5 глав будет, получается. Так, плыть. Выдвигаемся вперед. Парус послабляем, чтобы он набрал ветра побольше. И мы побыстрее двинулись вперед. Ну, давай, давай, разгоняйся, дружище. Опять это чудище-уюдище. Опа, опа, а оно уже не прячется. И что мне делать? Ладно, проплываем. Я думаю, сейчас снизу не вылезет. Охренеть, охренеть, скорость, охренеть. Какую мы скорость набрали, друзья. Так, мне тут по дороге ничего собирать не надо. Тут самое главное, осколки своего корабля не собирать. Музычка такая быстренькая. Все, пиздец. Короче, друзья, произошла беда. Корабль наш немножко подрихтовался, разбился. Мне пришлось начать с какой-то там гребаной контрольной точки. А у меня всего лишь одна лодка и наверху вот эта шляпа с бамбуком.
Поэтому старайтесь не разбиваться, выживать нормально. Я потерял две корзины, я потерял две лодки, три лодки даже. Твою мать, это очень печально, это очень грустно. Сейчас не знаю, вообще доплыву я или нет до финиша. То есть надо просматривать, просто чекать, что есть впереди. И нечаянно не наткнуться на скалы. Ну вот я на рифы реально наткнулся, не ожидал этого. И за это поплатился своим имуществом. Вот на такие рифы. Вот опять. Нет, пронесло, пронесло, пронесло. Все нормально. Ну я думаю, здесь сейчас все впереди еще будет. Сейчас мы еще наткнемся, сука. Там кто-то плавает. Охренеть, охренеть. Меня эта рыба-молот могла сейчас забомбить просто. Все. И чего? Вот это ты разогналась, лодочка. Да, жалко, две корзины, как бы там очень много уже было построено на самом деле, и просто так все нахрен снесло. Сохранения ни хрена не сработали. Ладно, не беда, я думаю, переживем, сейчас мы что-то придумаем здесь. Давай посмотрим, у нас никаких новых шмоток не появилось, которые мы можем благословить. Да, у нас что-то есть, терпение, мхал. Чувство голода наступает медленнее. То есть мне его надо было благословить. Вот оно что. У нас есть, в принципе, два благословения, да? А давай посмотрим, что мы сейчас можем приобрести здесь. Так, сырое и приготовленное мясо дольше не портится и восстанавливает больше здоровья. Но это мне нужно благословение для этого. Праща. Предков. Начни с пращи предков, которая никогда не порвется. Ну, не знаю. Не хочу пока. Третье благословение богов. Давай вот третье благословение сделаем себе. По сырой пище не знаю, стоит или нет. Я думаю... в принципе, мы даже не можем этого сделать сейчас. Пращей мы, в принципе, никогда и не пользовались, и не пользуемся, потому что у нас есть такой чудесный посох. Так, мы можем вот это сделать, но пока мне смысла тоже нету в этой шляпе, потому что мы... раз у нас пока мне есть возможность, давай, может, на этой локации мы как раз и будем что-то колдовать. Так, ну что, друзья, мы переходим на третью локацию. Сейчас немножко наберем паруса воздуха. Очень-очень неустойчивая лодка у меня, конечно, стоит. Все время так и хочет на правую сторону перевалиться. Ладно, я думаю, мы сейчас уже выплывем здесь. Посмотрим, что у нас будет. Да, вторая глава была такая, особенно финалочка, неудачная у нас. Мы потеряли очень многое. Так, игра сохранена. Война. Глава номер 3. Эту главу, ребят, мы будем уже проходить в новой серии, поэтому кто досмотрел, не досмотрел, ставим лайки, комментируем, не забываем делиться видосиком с друзьями и подсказываем, как все-таки достать вот эти светящиеся камушки из-под воды. Можно ли их вообще как-то достать? Я, честно говоря, даже не знаю. Поэтому всем пока-пока.